Для чего ты сказал среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня? Пусть минуют ее и сомнения, и боль. Пусть страдает и терпит лишь наша любовь. Ты сказал, что любовь не боится разлук, говорить о любви не положено вслух. Ты сказал и ушел к той, что ждет у окна. Ты ушел. Чего ты сказал среди ясного дня, что ее ты жалеешь, а любишь меня? То ли снег за окном, то ли пух с тополей. И меня пожалей. Иделия Мухамедьянова. Валерий Яковлевич, вам начинать. Вот такая подстава, понимаете? Валерий Яковлевич, вам начинать. Змей, главный змей. Знаете, благородная форма романса и красивая исполнительница, великолепный чистый голос. Точная интонация, прекрасный крупный план. Все есть. Но не хватает мне, знаете чего? Некого элемента безоговорочной узнаваемости. Ведь я слышу и вижу вас уже не в первую программу, а вот если бы не назвали ваше имя, и я бы находился где-нибудь там вот за этой панелью, за кулисами, боюсь, что я бы по звучанию не узнал. Вот чем кажется проблема. Вот это нехватка какой-то личностной характеристики, которая позволяет слушать... О! Я этот тембр, этот голос узнаю из тысяч. Вот мне этого не хватило. Прошу прощения. Нет. Очень странные, конечно, здесь мнения. Я их уважаю очень сильно, но для меня это лучшее выступление в сегодняшнем концерте. Во-первых, я не знал этой песни, которая для меня это было открытие. И для меня это было полное откровение. Оно было настолько естественным, для меня настолько чутким, красивым, интеллигентным, элегантным. Вы подарили мне это ощущение. Спасибо. Да. Я ничего не могу добавить к словам Валеры. И нужно искать себя. Нужно... Я не знаю, как это делать, я не знаю, как вообще можно себя искать, но нужно, чтобы вышибало пробки, когда слышали вас и говорили, да, это та самая, понимаете? А я в данном случае не знаю, как помочь, как научить, и все было действительно
криминально верно. Но пока нет. Мне вообще не придраться ни к чему. Это тот случай, когда у меня реально не поворачивается язык сказать этой девушке слово «нет». Я все понимаю, что впереди, но я не могу сказать «нет», потому что я чувствую слово «да». Ну что ж, голоса жюри разделяются пополам, и решающим голосом может оказаться голос Александры Николаевны. Ваше мнение нас интересует прямо сейчас. Вы знаете, ведь я не работала в жюри, ведь они хорошо знают всех. А я слышу всех впервые сегодня. Может, это и хорошо. Может, это и хорошо. Поэтому я не могу считать, вот кто прошел, не пройдет. Так квалифицированно мне трудно говорить. Я могу сказать только о впечатлении, что мне очень понравилось, как она это спела. Здесь очень хорошие стихи Инны Гоф. И, вы знаете, это было очень естественно, с очень хорошим вкусом. Мне не к чему прицепиться. И я не хочу цепляться. Мне это очень понравилось.